Леди и джентльмены, директор департамента корпоративных решений в России мистер Джейсон Цао. Дорогие друзья, dear friends, good evening. Добрый вечер, дорогие друзья. I'm Jason, and welcome to Huawei Annual Partner Award Ceremony. Okay, now I'm going to open this envelope. Сейчас я открою конверт. Компания Huawei научила нас, что даже с больших цифр можно расти. Огромное спасибо компании Huawei за наш хороший совместный бизнес. Everyone very smart, very qualified, very effective guys from Huawei company. Вы поняли, что я их коллекционирую? У меня уже готово место для третьей в следующий раз. Двойной рост уже несколько лет подряд впечатляет. И эта награда – это еще один шаг на этом пути. По итогам 2017 года в портфеле наших решений реализованных компания Huawei заняла первое место. Это компания, с которой, наверное, самая интересная работа. Это самое крупное вложение иностранного капитала в экономику России за последнее время. И я с предвкушением жду возможности вместе с вами наращивать наш бизнес в предстоящем будущем.